Так, ну что, всем привет, вы на канале Фантом 495. Сегодня у нас, если что, слив сезона, уже 11 часов, и нет, я хотел, чтобы вот сейчас вот прямо в 11 часов у меня слились купчанские мои. Ну блин, ну как так-то? Вот на самом деле это несправедливо и нечестно. Давайте пока что мы зайдем в магазин. Посмотрим, что тут нового появилось интересного. Пока что ничего такого интересного. Я сейчас поскупаю, как всегда, по стандарту все очки, хотя мне все нафиг и не нужны. Давайте, хотя почему бы и нет. Вот эти заберем. Заберем вот эти джеки, я не знаю, джеки я пока не хочу вкачивать. Хотя, почему нет, джеки норм перс, а вот Джесси не хочу, Джесси я не люблю. А, вот. Где мои кубки, где мои старки, где конец сезона? Я хочу конец сезона, я не хотел на самом деле. Я думал, что сразу я сейчас зайду, и у меня сразу сольется сезончик. Ну блин, придется сейчас ждать до 12, что ли, или до скольки там, не знаю. Ладно, окей, до связи тогда. Опа, а вот и я. Короче, сколько у нас сейчас время? 11.15, вот он начался слив сезончика, наконец-таки. Хорошо, что я не выходил из игры, подождал чутка, нормально все. Все под контролем. Главное, что вовремя вроде как успел, надеюсь, я успел запись включить. Вроде как успел. Короче, сейчас мы с вами заберем, соответственно, наши жетончики. Сундучки я, к сожалению, уже купил заранее, потому что, чтобы их просто-напросто не забыть купить, значит, 800 ровненько нам дают. Давайте поставим не беспокоить. У нас стоит не беспокоить. Сейчас мы с вами сгоняем дуэльку. Придется... Что, простите? А почему? Смотрите. А нет, это баг. Это баг, смотрите-ка. Здесь показывает 826 у меня кубков на Гейле. 753 и 732. А здесь они посливались опять. Давайте-ка... Вот теперь все нормально. Оно просто не обновилось почему-то. Окей. Сейчас мы с вами пойдем в дуэльку. Мне придется сейчас, конечно, восстанавливать все купчанские, да. Делать я это буду, само собой, в дуэли. И давайте мы, наверное, сейчас возьмем, значит, такой пик. Возьмем Гейл. Начнем с самых сложных, которые у меня есть. Самые высокие кубки Гейл, Тара и третья у нас будет. Какая там, кстати, карта судьба дуэлянта, да? Окей, Гейл здесь очень хорошо заходит. Тара тоже тут заходит очень даже неплохо. А третий у нас будет... Может, Шелли, а? Или Розочка, кстати говоря. Розочка ее тоже неплоха. Поставим себе... Или на Ни, кстати. На Ни тоже очень хорошо должна зайти. Да, давайте на Ни. Стоп, почему на Ни первая? Что за фигня? Гейл. Тара и на Ни последняя. Где она? Вот она. Все правильно, вот так вот. Все, погнали. Погнали. Запись, если что, я веду уже сразу, ну, то есть не комментирую после видоса, а записываю вот прямо сейчас. Прямой эфир, так сказать. Так, Стю, Гейл и Тара, хорошо. Вроде как ничего сложного, надеюсь. Главное, вот все, уже хана. Вот сейчас уже может быть плохо. Хилимся. Готовимся ко взлету. Опа, ай, я думал он полетит через стенку. Плохо, ладно, блин, Стю. Стю это сложно. Чувак, вот зря. Я, короче, дал ему накопить на ульту. И это моя ошибка огромная. Так, вот это вот не надо, пожалуйста, лагать. Не будем спешить, потихонечку. У нас уже почти есть ульта. Но не лагай только, пожалуйста. Да не лагай, пожалуйста, слышишь ты? У нас есть ульта. Не лагай, пожалуйста, я тебя прошу. Не буду жалеть. Не буду жалеть, ну нафиг. Потому что ему как два пальца об асфальт меня было сейчас убить. А вот он, я не помню, потратил ли он сейчас... Нет, а, у него Гейл, окей. Нельзя поддаваться на заморозку. Коцаем по чуть-чуть. Пока что 1-1, пока что все гуд. Я не знаю, давайте выпускаем чертиков, потому что сейчас плохая... Нет, зря выпустил, ладно, пофигу. На Нани я сейчас отыграю плохо, потому что на Нани я немножко нубасик, я не умею на Нани играть, поэтому придется сейчас, к сожалению, слиться, скорее всего. Ну блин, хотя все возможно, почему нет? Где ты?
Блин, пока что ать не задел. Тихо. Тихо. Тихо, где атака, ёпарасоте? Чуть атаку не пропустил. Блин, почему я все время не попадаю в джойстик? Иногда вот бывает такое, что джойстик не нажимается. И это очень бесит. Тара сейчас у нас. Он, по-моему, еще ни одного гаджета. О-о-о! Джи-джи! Нет! Норм! Живем, живем! На, ладно. Еще раз. Таким же пиком идем. Гром, ну все это хана сразу же. Хотя, Гром, Барли, три метатель, да? Гром, Барли и Фрэнкич. Не, нормально, блин, ну Фрэнк. Хотя Фрэнк, тихо. Спокойно. Блях, Гром, ненавижу Грома. Гром это дисбаланс, это жестокий дисбаланс. Тихо, спокойно. От него вроде как и мансить легко, ну фиг поймешь, куда приземлиться. Это пиписька, блин. Тихо, все хорошо. Сейчас сучится карта, главное дожить до этого момента. О, нет, щит. Спокойно. Спокойно. Живем, живем. Нет, не живем. Ладно. Эй, ну Гром, это я тебе отвечаю, это просто диз. Вот как уклоняться от него? Ну вот как? Объясните мне, как от него уклоняться? Если фиг поймешь, куда приземлиться эта его пиздюлька маленькая. Может мне Грома взять, кстати говоря? Да это джи стопудово уже. Так еще и атака, ну, бляха, как же это бесит, когда атака не жмется. Типа я тяну, чтобы прицелиться джойстика, он нифига не тянется. Сколько, кстати, уже видос идет? Видос идет уже 6 минут. Давайте до 10 минут поиграем. Пока что таким же пиком, ну как бы ладно, фиг с ним, с этим Громом. Один раз не повезло с Громом. Та первая дуэлька, в принципе, была неплохая, я считаю. Ну конечно. Хорошо, ладно. Я понял, что Гейла здесь лучше не брать сейчас, потому что ну Гейл вообще фигня. Здесь тупо все жмут. Хотя, блин, хотя я помню на этой карте именно Гейл и Япл, кстати говоря. Я сейчас не буду сильно, сейчас восстановлю зарядики. Тара, по сути, стю должна задоджить. Главное ульту накопить, хотя тут его и без ульты, в принципе, можно зафигачить. А кто у него? Леон и Шелли, да? Ну окей. Шелли тоже, блин, перс очень напряжный. Если задавит, то будет плохо. Чертики пошли, чертики. Бляха, бесполезные чертики. Какие? Не успел. Ладно, фиг с ним. Какой гаджет у нас на этом? А, кстати, у нас... Я понял. Хорошо. Ешкин кот. Да попади ты уже наконец! Косой болван, блин. Окей, ясно, я понял. Ну тут здесь полностью мой косяк, в принципе. Ладно, хорошо, хорошо, все. Кубки пошли на минус. Я считаю, что Гейла нафиг мы убираем сейчас с вами. Берем стю. Берем. И Грома. А давайте Грома, а почему бы нет? Где у нас Гром? Где Гром? Гром у нас, кстати говоря, на 725 сейчас. Заодно чутка и поднатянем его. Спасибо огромное за Фрэнка. Так, хорошо, Фрэнка если мы сольем, то, в принципе, все будет нормально. Но Фрэнк сейчас будет стоять за стенками, конечно же. До самого последнего, до потери пульса, блин. Хотя мы сейчас можем раскрыть, но подходить опять-таки опасно. Очень опасно подходить. Я могу раскрыть, да? Но подойти, стоит ли подходить, вот в чем проблема.
Вот об этом я и говорил, что, бляха-муха, долбаная. Почему не фиксят этот долбаный гаджет? Давайте. На этом черте я не умею играть вообще. Вообще не умею играть. Хорошо. С самого начала просто невезуха адская. Просто жесть. По максимуму цепляем. Сейчас он ультанет, если. Да все, GG. Да не, все норм. Восстанавливаем. Промахнулся, чувак. Бах! И бах! Нет, почему автоатакой? Ну я дурак полнейший, ну зачем? Зачем я автоатачу? Я дебил. Да ядрит Мадрид, попади ты до него, дотянись, ну ёкаламане. Ждем. Мне ульта нужна, без ульты, этот, как его, о, есть ульта. Кто там у него, вольт и ПМ, окей. Но если у него сейчас ульта будет, то это GG. Врываемся, ёк... А, где гаджет, ядрит Мадрид, твою налево? Как меня это бесит, когда кнопки не попадаются. Я нажал на гаджет, чтобы влететь. Хорошо. Фух, это очень-очень бесит. Это просто трындец. Кто там у нас? Вольт следующий. Он же вот здесь стопудово сидит. Сколько у него гаджетов осталось? Кто мне подскажет? Фиг я тебе дам подойти, черт. Я потрачу, нафиг. А хотя толку, что я потратил. Черт, я в панике, это жесть. Ненавижу грома. Окей, ладно, повезло. Ну вот это трындец просто. Это просто трындец. И еще хилка на эту хрень, как его. Тихо. Фигачим вот так. Раз, два. О, хорош, хорош. Наконец-то. Хоть сейчас автоатака помогла. Так, все, нормально. Ладно, пофигу, затащили хоть один раз, наконец-таки. Ой, как же бомбит. Это просто не описать словами. Это просто не описать словами. Я в афиге просто. Это просто жесть. Ладно, короче говоря, такие вот карточки у нас с вами получили, забрали с вами старочки, забрали с вами, а все, больше мы ничего с вами не забрали, потеряли дофига кубков, хотя, блин, в копеечки мы там потеряли, это ж по сути не страшно совсем. Так что как-то так, подписывайтесь на каналчик, ставьте лайкосики, всем до следующих видосов, всем пока, спасибо за просмотр, кстати, всем пока.